70 лет шутя с программы под таким названием в Твери выступил народный артист России Владимир Винокур. Пародист и певец блистал на сцене ККЗ «Панорама» на Смоленском 29. Кроме того, исполнитель дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Владимир Винокур не только профессионал в жанре пародии, но также сильно драматический артист и певец. Его талант стал близок миллионам людей. Как говорит сам Владимир Атанович, простой артист из народа. В программе юбилейного концерта «70 лет шутя» были юмористические и музыкальные номера. Ну, а на эстраде, вы знаете, как бы, ну, сейчас называется шоу-бизнес. Вот. Ну, какие события самые знаковые там за последние 15 лет. Удачно выдали замуж Аллу Борисовну. Хорошего парня нашли. Жильем все нормально, сразу дети. Дело молодое. Смех продляет жизнь. И я делаю двойной удар. И удовольствие, и продление жизни. Люди приходят, мало того, что они слышат монологи, скетчи, песни, но они слышат еще пародии на самых своих любимых артистов. У Владимира Винокура много наград и достижений, но главным он считает работу в собственном театре пародий. Коллектив гастролирует как по России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Латвия, Израиль, США, Германия, ну и так далее. Один из секретов успеха Винокура и его труппы – умение быстро перевоплотиться. Пугачёва и Киркоров, Тимати и Лепс, Кадышева и Бабкина и многие другие появляются на сцене. Делается настолько быстро, что это, ну, секунд 50, там, я не знаю, и выскакивает человек в другом образе. Киноконцертный зал «Панорама» — это площадка высокого уровня, которая позволяет всемирно известным артистам реализовать все задуманное. Один из самых больших залов в Тверской области. Высокотехнологичное оборудование, профессиональный звук и свет. Тверской зритель имеет возможность увидеть лучшие образцы искусства по доступным ценам. В киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском 29 регулярно проходят театральные мероприятия. 30 декабря – комедия «Любовный пасьянс» Московского театра «Мюзик-холл». 5 января – легенда о Ромео и Джульетте в жанре балета. И это далеко не все. Информация и бронирование билетов по телефону 300-033. Расписание спектаклей, кинопремьер и концертов на сайте panorama-tver.ru.